Меня зовут Анастасия, и вы на канале «Техника бальных танцев», где мы с вами говорим о базовых фигурах в спортивно-бальных танцах. В латиноамериканской программе все фигуры будут браться из четырех источников. Это учебник Вултера Лайерда, учебник Имперского общества, учебник WDCF и сборник WDCF Syllabus. Закрытый променад. В фигуре у нас 4 шага. Начинаем танцевать мы ее в променадной позиции и заканчиваем в закрытую позицию. По учебнику WDCF партнер начинает лицом диагонально к стене по линии танца в променадной позиции. Танцует с правой ноги маршевый шаг, каблук плоско, подставку, подушка плоско. Шаг в сторону, подушка плоско, подставка, подушка плоско. Степени поворота у него будут следующие. Он танцует вперед и на крест раз, на 1/8 вправо 2 и дальше без вращения лицом к стене 3-4. На третьем шаге у партнера будет опять променадная позиция и левый свей. Из променадной позиции раз, в закрытую позицию 2, опять в променадную 3 с левым наклоном корпуса, 4 в закрытую позицию без наклона корпуса. У партнерша партия будет зеркальной. Она начинает лицом диагонально в центр по линии танца в променадной позиции, танцует вперед и накрест маршевый шаг, каблук плоско, подставка, подушка плоско, шаг в сторону, подушка плоско, подставка, подушка плоско. Степени поворота у нее будут следующие. Вперед и накрест раз, на 1/8 влево 2 и лицом в центр 3. Променадная позиция с правым наклоном корпуса 4. Закрытая позиция без наклона корпуса. По учебнику WDCF мы можем станцевать только шаги 1-2 от этой фигуры и альтернативную работу стоп на шагах 3-4 исполнить как работа стопы подушка. На партии партнерша это будет выглядеть следующим образом. Она танцует каблук плоско, подушка плоско, подушка, подушка. В варианте Вултера Лайерда степени поворота будут точно такие же, а работа стоп сразу будет через подушку. То есть у партнера будет каблук плоско, подушка плоско, подушка, подушка. У партнерши, соответственно, зеркально. Также сказано, что мы можем повернуться на 3/8. Партнер вправо, а партнерша влево. И выглядеть это будет следующим образом. Начинаем в променадной позиции, лицом диагонально к стене партнер. Раз. И вот здесь мы будем поворачиваться не на 1/8, а на 3/8. 2. Лицом против линии танца. 3-4. У партнерши, соответственно, будет зеркально. Она начинает лицом диагонально в центр. Раз, на 3/8 влево, 2, лицом против линии танца, 3-4. В варианте имперского общества в этой фигуре у нас будет 2 шага. Это будет променадная приставка. И исполняется она после фигур, которые заканчиваются в променадную позицию. У партнера партия будет следующая. Он танцует с правой ноги каблук плоско и с поворотом на 1/8 вправо подставку подушка плоско. У партнерши, соответственно, будет зеркально. Она начинает с левой ноги вперед и накрест каблук плоско и на 1/8 влево подушка плоско.